В органах государственной власти Пермского края должности государственной гражданской службы замещали 13 100 человек. В муниципалитетах почти 8,5 тысяч, 72% от общей численности работников органов местного самоуправления. Итого 21,5 тысячи чиновников. Чиновников на самом деле немного, потому что общее число работающих у нас более 800 тысяч составляет. Так что 13 тысяч государственных чиновников и около 10 тысяч муниципальных, наверное, это не так много. Чиновники на самом деле это труженики. Среднемесячная заработная плата гражданских служащих, занятых в органах исполнительной власти нашего региона, оказалась на 10 с лишним процентов выше той, что получают чиновники федеральные, и на треть выше, чем у муниципальных служащих органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями. Средняя заработная плата государственных гражданских служащих около 35 тысяч. В общем-то, эта заработная плата по органам исполнительной власти такая же. Чиновники муниципалитетов получают чуть поменьше. У них 30 с небольшим заработная плата. Для сравнения, в Пермском крае средняя заработная плата составляет 27 179 рублей 50 копеек. Этот показатель определяется Пермстатом, исходя из той информации, которую предоставляют организации, действующие на территории нашего региона.